Друзья, всем привет. Вот, случилось такое небольшое горе у меня. Отсутствовал дома 2 недели. Приехал сегодня, обратил внимание, что семена пальм поедают клопы, и они осыпаются очень активно. Вот самая ценная ветка, которая была именно после морозилки, облучения ультрафиолетом, практически вся утеряна. Ну вот еще одна осталась. Вот это сейчас мы под другим углом снимем. Солнце неправильно падает. Короче, одна еще более-менее осталась, а одна практически вся утеряна. Сидит вот такая куча клопов. Какие-то клопы крупные очень. Я не знаю, сейчас на камеру увидим, их нет. Плетут какую-то паутину. Выделяются такие капельки, как смолы или чего из семян. Видимо, они прокусывают и все, и осыпаются. Вот если потрясти. Вот, происходит активное опадание, хотя семена уже очень крупные. Жалко уже, ну тут практически им осталось только поспеть. Очень быстро они набрали свою массу. И вот куча клопов лазит. Сейчас буду их как-то травить. А то еще немножко и все, и потеряю я свои семена такими темпами. Вот так вот, 2 недели отсутствовал, приехал, а тут куча вредителей сидит и пожирают. Они такие здоровые уже есть. Клопы. Есть маленькие, черные, серые, всякие. Очень много. Короче, такая беда. И прям повреждают семена, и они осыпаются. Очень жалко. Вот тут вообще наплели какой-то. Все в белой дряни какой-то. Какая-то как паутина. Его куча целая сидит, этих паразитов. Короче, сейчас буду быстро пшикать, пока не потерял все семена. Вон они прям отпадывают очень легко. И какие-то капельки смолы на них висят. Очень жалко, особенно вот эту ветку, она была самая ценная. То есть максимальное облучение было. И в морозилке неделю пыльца находилась. Практически вся утеряна, как раз самая ценная. Вот одна надежда осталась на ту веточку. Так, ладно, сейчас будем прыскать. Короче, вот, взял какую-то отраву, нашел у себя в заначках. Развел ее, обшикал все семена. Фу, посмотрю, что будет дальше. Сдохнут ли эти клопы. И сидят только на семенах, на пальме больше нигде нет. Здесь тоже потери немаленькие. Вот там, где их не было, там грозди полные, как положено, вот, не пострадали. А вот там, где их много, там капец. Особенно, конечно, вон по грудь жалко. Где она там? Вон она. Очень жалко. Ну ладно, сейчас посмотрю, сдохнут, не сдохнут. Если не сдохнут, буду пытаться применять другие препараты. Все, буду им наблюдать. Чуть не потерял свои семена, пока ездил отдыхать. Будем пытаться реанимировать то, что осталось. Все, всем пока.